центральный узел, блокировка. Резкости нет, вот что. Можно свободно вращаться. Натыкание за счет плохих зубьев. Вот утыкание вот в этом месте. Нужно сдвинуть и все пошло. Оп, следующее утыкание. Зубья квадратные. Значит, это самое плохое изготовление. Я ее оставил в сторону из-за плохой работы. Просто вот вращение я показываю, просто вращение, что вот эта штука вращается и что происходит с зубьями. Происходит вот утыкание и плохая работа. Ничего. Так, это один из рычагов в корпусе. Это второй корпус, который тоже менее удачный, чем первый. Сейчас рассмотрим его работу. Не работу, а вращение. Для начала вращение. Вот он вращается. Это всего лишь вращение. Я ничего не вижу от солнца. Абсолютно ничего. Что я делаю? Столько солнца. Вот так примерно так. То есть это не его работа. Это всего лишь вращение. А работает он вот с этой точки или с этой. То есть верхняя цепь. Вот верхняя цепь. Вращает вот здесь, это сразу же передается на нижнюю цепь и происходит блокировка. Все, система пошла вращаться потихоньку, помаленьку, но то, что с зубьями там творится, это да, это проблема. Диаметр вот этих звездочек не влияет ни на что. Абсолютно. Они могут быть большими, могут быть маленькими. Я заказывал одинаковые все детали, как далеко. На них обращать внимание не стоит. Но все тут мешает, вот это все мешает. Так оно работает. Щелкает. Заедает. Это для переход на следующий уровень, допустим, на третий корпус. Вот.
есть вот этот вот центр, это всего лишь для блокировки и поворота всей конструкции. Больше он ни для чего не служит. Так вот, так как у меня все размеры деталей одинаковые, и получилось 2:1, предполагаю, что вот этот вот диаметр детали, диаметр именно звездочки, нужно уменьшить вдвое по сравнению с той, которая вот здесь находится и вращает вот эти верхние звездочки. То есть здесь должно быть в 2 раза меньше, предполагаю. Потому что сейчас получается так, что я вращаю верхнюю рукоятку 2 раза, а вот эта звездочка и, соответственно, весь этот механизм медленно вращается, медленно. Если уменьшить вдвое диаметр, то, соответственно, она будет проходить этот же путь, но уже быстрее, в 2 раза. То есть тут, в принципе, велосипеда, колеса заднего велосипеда. Там, где маленькая звездочка и диаметр большого колеса. Мы вращаем, соответственно, звездочку, а колесо проходит путь быстрее. А в данном случае звездочка одинакова с вот этой вот шестеренкой, с водилом там. Вот. Так, нагрузка 16 кило, плечо 20 сантиметров, здесь плечо 20, но после разборки и сборки устройства пружина не показывает, как раньше, 1 килограмм, потому что сопротивление вот этих шестеренок, оно стало хуже, когда заново собрал устройство. То что-то пошло не так. И это видно глазами. Шестеренки перескакивает как-то, и в это время очень тяжело идет. Вот в чем дело. Вот. Такие вот моменты. То есть вращает он элементарно все это на рычаге. Нагрузка пальцем, естественно. Но заедает, ой, ужас. Как с этим бороться, я не знаю. Вот как-то так. Да. Опа. Чуть поломается. Не дай боже. Так, ну ладно, снято. Так, ну сейчас нагрузка 85-90 килограмм. Уже вращается так же. Пальцем. Но туго, временами очень сильно заедает, а временами легко, легко. Вот, на валу расчетная цифра 300, сейчас заела конкретно, просто рукой, и заела, это опасно. Спокойно. Это кривизна исполнения всего. Абсолютно всего. Он вращается спокойно. Это ужас. Это ужас.
показывает. Показывает, конечно, не правду. Показывает несколько кило. Это, разумеется, сопротивление шестеренок. Всего-навсего. Сопротивление шестеренок идет. Скачкообразно. Вот сейчас застряло. Все. Пошло легко. Вообще легко пошло. Легко прям чувствуется. Оп, не застряло опять. Скачкообразно. Вот. Должно быть килограмм. Килограмм. А на валу должно быть 300. Это таковы.